Никол предатель, Пашинян уходи. В Армении продолжают требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие перекрыли центральные улицы Еревана, после чего начались массовые аресты. Представители армянской оппозиции получили телесные повреждения и были вынуждены прекратить акцию. Митинги проходят не только перед зданием правительства, но и возле мест проживания депутатов, поддерживающих Никола Пашиняна. Демонстранты называют парламентариев правящей партии предателями. Сам премьер-министр назвал действия оппозиции попытками посеять хаос и переместить войну внутрь страны. Напомним, что Пашинян сам к власти пришел посредством волнений в Армении. Тогда он подобные акции называл отстаиванием свободы выражения воли народа.